Всем привет! Предлагаем вашему вниманию младшую серию Матенг Минасор, но младшую ни в коем случае не по качеству, не по запасу прочности, не по функционалу, а младшую по габаритам, по размерам. Итак, Минасор 200H. Это косилка-измельчитель, либо мульчер, с гидравлическим смещением вправо-влево, с электронно балансированным валом, с регулируемыми лыжами. Причем регулировка сделана очень хитро, для того чтобы не цеплять всевозможную ботву, биомассу, лозу. Регулирование происходит исключительно сзади мульчера, для того чтобы спереди у нас был хороший угол атаки, ничего не набиралось. Обслуживаемый подшипниковый узел рабочего вала. Вот она, та вотница. Так само обслуживаемый подшипниковый узел катка, который выполняет защитную функцию. Видите, у нас есть 4 степени регулировки. Таким образом выглядит у нас каток. Обращаю ваше внимание, что данные модели комплектуются открываемыми задними крышками. Задние крышки могут фиксироваться и открываться как вручную, могут фиксироваться цепями. По спецзаказу могут устанавливаться специальные гидравлические открыватели, фактически которые представляют собой гидроцилиндр с приводом от трактора, который открывает крышку в том диапазоне, который требуется непосредственно оператору. С этой стороны мы видим защитный кожух, который имеет свою дополнительную защиту от ботвы, камней, всякого мусора, бревен даже. Он вентилируемый. Сквозь защитный кожух мы можем видеть ремни. Здесь их у нас 4 штуки надежных высокопрочных ремня. Система натяжения рабочего вала. Вот она так выглядит. Мало какие мульчеры предлагают это. Здесь у нас редуктор, укомплектованный обгонной муфтой, сапун. Посмотрите на качество сборки, покраски, подгона каждого элемента. Далее, только в Матенг у нас идет бардачок для ключей, тряпок, смазки. В целом мульчер прекрасно подходит для тракторов от 60 лошадей. Рассчитан на трехточную навеску для навешивания сзади трактора. Таким образом выглядят пальцы с фиксаторами, опорная ножка для предотвращения заваливания, цепи защитные. Следует обратить внимание, что цепи у нас, давайте вот возле таблички показываю, какая это модификация. То есть вес у нас 543 килограмма. Каждый мульчер имеет свой серийный номер. Обратите внимание, что цепи у нас не болтаются на проволоке либо на натянутом тросе. Здесь каждый кусок цепи, он стоит в своем собственном пазу. То есть так это выглядит. Таким образом, здесь у нас находится рабочий вал. Обратите внимание на специфическую конструкцию молотка. Он хорошо рассчитан на дробление биомассы веток толщиной 5-6 сантиметров. То есть мало какой мульчер может себе это позволить. Все системы, узлы агрегата хорошо защищены. Агрегат отлично себя зарекомендовал на территории стран Северной Америки, Европы. Надеемся, что на территории России и Республик Российской Федерации он будет незаменимым помощником для наших фермеров и коммунальщиков.